Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заправим принтер Canon MJ2540S. Вот здесь стоят такие картриджи. Это черный цвет. Это цветные краски здесь. Желтый, синий, красный. Они вообще не заправлены. Если покупать оригинальные картриджи, то они очень дорого стоят. Чтобы каждый раз не покупать, мы сейчас подготовим картриджи для заправки, для дальнейшей заправки. Вот у нас черный цвет. Здесь небольшой вот этом отсеке имеется небольшое отверстие. Его нам надо чуть-чуть расширить. Здесь имеется вот на цветном. Вот здесь три выхода. Вот раз, два, три. Вот их тоже надо расширить. Три отверстия их надо расширить. Сейчас для этого у нас с собой должно иметь зажигалку и щилу. Мы нагреем его. Наконечник щелы нагреем и расширим отверстие там картриджи находящиеся. На черном я сделал отверстие там внутри, наверное, не видно так. Давайте на другом покажу. Вот, снимем его. Вот снимем. Сейчас вот этих, где имеется вот это отверстие. Вот раз, два, три. Увеличим. Чересчур увлекаться тоже не нужно. Надо аккуратно, чтобы полностью не проткнуть. Там находящаяся мочалка или что-то, материал такой, чтобы он тоже не испортился. Нужно проткнуть меру. Проверяем. Есть. Вот мы здесь проткнули отверстие, сделали. Я потом сверху почищу. Сейчас приостановлю видео. Так буду остальные тоже. Вот, открыла. Все три отверстия сейчас сверху. Почищу вот так. Все, почистили. Картридж готов к заправке.
Вот тут у меня такие шприцы. На все краски. Здесь написано черное, красное, желтое и синее. На всех написано. Вот красное, чтобы не перепутать. Вот у нас по этой схеме можно заправить. Вот идет черная краска. Это где у нас одно отверстие. Вот на этом. А на этом у нас вот по схеме. Вот по этой схеме идет у нас. Вот. Здесь красное с этой стороны. Синее с этой стороны желтое. Вот по этой схеме. Заправляем. Вот у меня краски такие, хамелеон называется, черная краска литровая. Долго с ними работаю, пока никаких проблем нету, и жалоб тоже никаких нет. Вот здесь примерно набрал 3-4 миллилитра. Берем картридж. Аккуратно вот так прокалываем не в эту сторону, а в эту сторону. Потому что если мы заденем за картридж, вот это если заденем, то он у нас испортится. Чтобы этого не было, прокалываем осторожно в эту сторону, желательно не полностью, и медленно заправляем и смотрим, краска выливается или нет. Заправляем до полного. Вот он не наполнился. Да. Еще набираем. Чтобы не перелить, наливаем осторожно. После того, как заправили, проверяем. Вот здесь. Видите, он пропускает. Краска заправлена. Картридж работает. Все, его ставим на место. Один картридж готов. Сейчас эти тоже заправлю и вам покажу. При заправке красного цвета надо быть осторожным. Как я сказал, вот здесь находится у меня схема, чтобы его не повредить головка. Из-за этого желательно его не полностью прокалывать. Эти тоже не желательно полностью, а немножко вот так прокалываем. Все, останавливаемся. И дальше заправляем. Медленно заправляем, чтобы не пролить. Вот. Все, он полный. Вот это сверху краску сейчас я уберу. Желательно картридж должен быть чистым. Все, чтобы не было никаких капель здесь. Желательно набираем краску. Это желтая краска больше,
заправляем аккуратно, и этот, чтобы лишний раз не прокалывать. Один раз прокололи, полностью заправили. Заправляем очень аккуратно, чтобы не пролить. Вот, готово. Уже сухо. Вот синяя краска. Если мы лишнюю краску наберем, это можно обратно налить. А когда нехватка, это... лишний раз прокалывать приходится. Вот, полный. Все. Полные. Сейчас проверим. Вот здесь. Закончили заправку. Сейчас проверим. Вот выходит. Синий, красный, желтый. Картридж тоже рабочий. Вот. Уже сейчас аккуратно начали выходить. Это наш черный. Вот. Это у нас черный цвет. Все, полностью готов. Сейчас устанавливаем на место. Вот эта схема желательно должна быть чистая, чтобы контакт был. Краска никакая не должна быть здесь. И все, устанавливаем, в дальнейшем работаем.